Поэтому и проверим. Ты что надела? Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Прошу садиться. Хочу представить вам вашего нового классного руководителя и педагога по математике Карпову Наталью Сергеевну. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Ну, приступайте к занятию. Не буду вам мешать. Садитесь. Ну что ж, давайте знакомиться. Барыкин. Здесь. Иконников. Я. Михаэлян. Тут я. Макаренко. Здесь. Садись, пожалуйста. Волков. Я. Садись. Бекхэм. Отсутствует. Он уехал в Москву. Барыкин. Здесь. Вставать не надо, отвечаем сидя. Волков. Здесь. Игнатьева. Здесь. Осипов. Здесь. Козлова. Здесь. Бекхэм. Отсутствует. Он не приехал из Москвы? У него дядя Уэльс заболел. Он вылетел к дяде. Чикин. Здесь. Калистова. Здесь. Капустина. Здесь. Волков. Здесь. Макаренко. Здесь. Комаров. Нет его, болеет он. Передайте ему, пока справку не принесет, ставлю Н. Бекхэм. Его сегодня нет. Опять нет? Что с ним на этот раз? Его пригласили в Шотландию. Он на переговорах. Передайте этому Бекхэму, что если он не явится на следующее занятие, он получит 2 в четверти. Я перезвоню. Что случилось? Этот Бекхэм не является на занятии вот уже неделю. Вот что получается, когда молодые педагоги не знают современных знаменитых футболистов. Кто это сделал? Встаньте.
Понятно. Вернемся к этому после урока. А тому безграмотному шутнику должно быть стыдно. Не столько потому, что он испортил классный журнал, а потому что сделал это безграмотно. Ему следовало бы знать, что Бекхэм пишется через «э» во втором случае. Какой позор! Не знать, как пишется фамилия своего кумира. Стыд и срам. А я и написала через «э».